Это динамика, это летящие, это люди, у которых есть колоссальное будущее. Скульптура парящих комсомольцев. В Ярославле на один памятник станет больше. Новую скульптуру возведут уже в следующем году, к столетию Коммунистического союза молодежи. Она будет из бронзы, в высоту достигнет 2,5 метра. Эскиз памятника несколько месяцев разрабатывала ярославский скульптор Елена Пасхина. Здесь может какой-то вот шлейф, которые все оба сливаются как бы вот в такое композиционное решение, а в акцент, где у нас будет основная идея, наверное, какая-то литературная. Молодые целеустремленные труженики СССР. Казалось, именно они тот самый двигатель, ведущий страну в светлое будущее. Сегодня историки говорят, все наиболее значимые события, происходившие в стране, так или иначе связаны с организацией ВЛКСМ. Комсомольцами были наши мамы и папы, бабушки и дедушки. Это была организация, которая объединяла и все устремления молодежи могла воплотить в себе. И сегодня люди, которые прошли эту школу, они, несмотря на возраст, готовы и с интересом участвуют в общественной жизни нашей Ярославской области. При подготовке к столетию празднования комсомола в Ярославской областной думе создан оргкомитет. В следующем году этой дате будут посвящены торжественные мероприятия, школьные уроки и даже книга о выдающихся ярославских представителях самой большой в мире организации 20 века. О том, какими должны быть увековечены советские комсомольцы, рассуждали и ярославцы. Этот памятник, он олицетворяет комсомольцев? Нет, не олицетворяет. Почему? Нет. Тут надо где-то указать это мужество, а здесь еще одна легкость какая-то. Во-первых, комсомольцы – это всегда молодость, одушевленность. Ну, в принципе, в памятнике это есть. То есть подходит? Подходит. Скажите, а если вот он вот на этом месте будет стоять? Как? Мы будем только рады. Фигуры поджаристые, руки в разные стороны, силы у них есть, энергии тоже есть. То есть комсомол олицетворяет? Ага, самое-самое такое, смак, самая молодость. Как все-таки точно будет выглядеть скульптура, говорить пока рано. Однако уже известно место. Именно здесь, через несколько месяцев, в Ярославле появится символ комсомола. Дарья Смирнова, Денис Сахаров. День в событиях.